спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Во вторник в Самарской области будет пасмурно, в северных районах ясно. Местами пройдет небольшой снег, температура воздуха днем -1, -4, ночью 8-10 градусов ниже 0. Ветер северный, северо-восточный усилится 6-9 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, осадки в виде небольшого снега, в дневное время -3, ночью 9 градусов ниже 0. Ветер северный, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, днем -3, ночью до 10 мороза, северный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой снег, днем -2 градуса, ночью -8, ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.